Нищета духовная. Духовное убеждение в том, что наша жизнь и все наши духовные и телесные блага – жизнь, здоровье, силы, душевные способности, знания, богатство и всякие житейские блага – все это есть дар Творца Бога. Без небесной помощи невозможно приобретение ни материального благополучия, ни духовного богатства. Все это – Божий дар. Нищета духовная называется смирением, а добродетель ее – смиренно мудрием.